ты у меня, короче, на плеере тут где кнопки, это круглые это кнопки посередине тоже. Это тут такая функция есть, когда включаешь бас, то тут типа начинает мигать лампочка красным. Тут я включил, музыка пошла. Я нажимаю на паузу, музыка останавливается, и это не мигает, видите? Сейчас просто лежу. Предыдущую запись я делал о Silent Hill HD Collection, вот. Где решил еще немножко полежать, послушать музон. А. Вообще, функцией баса не пользуюсь, потому что она только звук портит, звук становится хуже. Вот. Но тут можно эквалайзер настраивать. Сейчас, наверное, не увидите это в таком качестве. Короче, тут можно настроить эквалайзер таким образом, что включение функции баса звук портить не будет. То есть, как бы это все дело в настройке эквалайзера. Вот. Поэтому я включил его, сейчас слушаю. И она периодически мигает. Но вообще-то она так не горит, не мигает. То есть в настройках ее можно выключить. Вот. А я ее включил. Как активно пошла прям кругами. Было бы круто, если бы она разными цветами горела там. Красным, синим, зеленым, желтым, не знаю, фиолетовым, оранжевым. Переливалась бы цветами, было бы прикольнее. Вот, а то так она только одним красным. Вот. Так вот, в темноте круто будет. Я в темноте потом, когда ночь будет, я включу. Или сейчас можно под одеяло забраться. И посмотреть. Сейчас тут свет от мобильника, и еще он все портит. Надо его будет, короче, выключить. Вот давайте я сейчас закрою пальцем лампочку от мобильника. О, ну-ка. Во, вот так круче. Смотрите. Прикольно. Перевернул. Это дисплей погас, а это горит. В общем, прикольно. Так немножко даже успокаивает. Если так вот не очень близко смотреть, в нескольких сантиметрах от себя держать плеер, потому что если очень близко, то это красная, и она прям в глаза. Хотя она не очень яркая. Вот. В общем, такая вот тема. Ой.